Всем привет! Меня зовут Денис Сергеевич Подкопаев, и я руководитель направления «Футуритет» Лицея Высшей Школы Экономики. Сегодня я познакомлю вас с нашим направлением и расскажу, как на него поступить. Вы увидите моих друзей и коллег. Пойдемте! Футуритет – это направление обучения лицея Высшей школы экономики, где учатся только девятиклассники. И в следующем учебном году будет еще интереснее. Две специализации – универсальная и математическая, знакомство с вышкинской академической культурой и другими направлениями обучения в лицее. И если вы хотите управлять собственным временем, защитить программу дальнейшего образования, то мы приглашаем вас к нам на «Футуритет». Девятый класс – самое классное время для того, чтобы попробовать себя в разных ипостасях. В лицее вы сможете поучиться экономике, дизайну, социологии, политологии, ну еще много чему. А второе, как это ни странно, может показаться, но я бы точно на вашем месте рискнул бы попробовать свои силы и посмотреть на свои результаты среди лучших школьников Москвы. Вы точно про себя поймете больше. Приходите. Чтобы поступить к нам учиться, нужно пройти вступительные испытания по русскому языку, английскому языку и по математике. Для этого нужно будет зарегистрироваться на них. И сделать это максимально срочно, потому что регистрация закроется 11 апреля. Поэтому долой сомнения! Приглашаем вас на «Футуритет»! Лицей дает тебе абсолютную свободу действий. Благодаря этому ты становишься самостоятельнее. Для меня лицей – это не просто место учебы, это место реализованных возможностей. Лицейский учитель – это не злобный прапорщик, который орет на тебя, топает ногами, брызгает слюной, когда ты делаешь какую-то оплошность. А наоборот, он добрый, он мягкий, он помогает тебе, если ты допускаешь какие-то ошибки. Помогает тебе стать умнее, стать лучше, развиваться тебе как личность. Лицей для меня стал одной из маленьких ступеней в моей будущей карьере. И я считаю, что лицей – это площадка для ваших будущих мечт и их свершений. Когда меня спрашивают что-то про лицей или что мне с ним ассоциируется, первое, что приходит на ум – это свобода. Начиная от выбора электива, заканчивая выбором проектов, которые ты либо хочешь основать, либо же вступить в какой-то уже существующий. Для меня лицей – это классные друзья, креативные педагоги и свобода выбора во всем. Год назад я сделал правильный выбор. Теперь выбор за тобой. Ждем тебя здесь. Да-да-да, именно тебя. See you soon. Во-первых, мне кажется, что это наилучшее место для самореализации. Потому что мы не замыкаемся в школьных коллективах. Вы точно совершенно найдете здесь компанию по интересам. Если вы что-то давно хотели сделать, то это лучшее место. Во-вторых, мне кажется, что в лицее создана уникальная образовательная среда. Это среда интеллектуальная, поддерживающая друг друга, основанная на базовом доверии. И я, честно говоря, белой завистью завидую тем, кто придет к нам учиться. Здравствуйте, меня зовут Бокова Екатерина Константиновна, я педагог-организатор лицея НИОВШЕ. Лицей – это отличный шанс заявить о себе. Все, что бы ты ни придумал в лицее, реально. Жизнь лицея насыщена яркими мероприятиями, социальными проектами, которые инициируют и организуют сами лицеисты. Я очень жду новых девятиклассников, которые обновят и продолжат историю такого родного и любимого «Футуритета». У нас очень круто и невероятно интересно, мы вас будем очень-очень ждать. На этом все. Увидимся в лицее.